Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители, которые случайно зашли ко мне на канал. Сегодня я хочу сделать украшение вот с этим, с подвесочкой, с кулончиком. Вот это Мурана. Те, кто не знают, это Мурана, это остров недалеко от Венеции в Италии, где делают стекло. Ну, мне кажется, все знают Мурана. Вот. Вот такая подвесочка. И еще у меня есть вот такие бусины из опалового стекла. Они очень красивые, когда на них падает свет по-разному, прям красивые. Вот. Но сделать я хочу в необычной для меня манере, скажем так. У меня вот такое украшение винтажное. Я хочу соединить вот эти бусины вот с этими элементиками. Я обычно не делаю такие украшения, но сейчас это прям веяние весны, что хочется чего-то, какого-то разнообразия, чего-то нового, интересного для себя. Вот, поэтому вот я взялась за такую работу. Сложного-то ничего особенно нет. Единственное, что с моим зрением уже очень маленькие отверстия в этих элементиках. А большие не хочется колечки-то делать. Ну, должно получиться интересно. Посмотрим. Так что предстоит мне поковыряться, конечно. Но я думаю, что это дело того стоит. Дело двигается потихонечку. Вот такое вот будет украшение. Я еще раз повторюсь, для меня это непривычно. Я редко делаю такие украшения с трубочками, с палочками, очень редко. Ну, пока мне все нравится. Надо еще дособираю, а потом вам покажу. Они будут на свету так переливаться, будут эти бусины. Как драгоценные камни. Не побоюсь этого слова. Ну, а я продолжаю. Отсоединяю. Палочки собираю, бусинки. Думаю, еще, наверное, полчасика и будет готово. Ну что же, вот родилось еще одно украшение. Очень мне нравятся эти бусины. Они прям, когда на них свет падает, они прям так играют, прям меняют свой цвет. Я довольна. Украшение получилось стильное, эффектное. И вот такие вот серьги я сделала еще. Ой.
Жду ваших комментариев. А пока я хочу вам показать еще несколько украшений, которые у меня есть. Вот такое вот длинное украшение. 80 сантиметров оно. Из коралла натурального. И здесь каучук красный. Вот такое вот эффектное. Не крупное, но длинное. Так, вот такое украшение. Из стекла с гальваническим покрытием. Тоже 80 сантиметров он. Сейчас я вот так его подтяну. Красивые очень бусины. Наполовину белые, наполовину вот такие вот. Вот такое украшение. Аметист и имитация жемчуга. С таким галстучком и вот с такой пчелой. Ну, фокусируйся. На таком большом камне, на крупном. Вот такое украшение. Это стекло кракле. Ну, такое, как будто морозное, все в трещинках. И вот такая вот металлическое такое украшение со стразиками. Плохо видно, но вот они там. Вот такое этническое украшение. Вот эта кость натуральная. Из Африки привезённая. Вот это тоже кость. Вот, а так тут имитация янтаря и дерева. Оно смотрится так на этой тоненькой шее манекена на самом деле. Вот так вот где-то будет. Сатуар. Длинное украшение, которое носят в два, а кому-то и позволяет шейка в три ряда. Тут и янтарь, и имитация янтаря. Но все очень гармонично смотрится. Чисто янтарные украшения слишком дороги. Да и не всегда можно найти бусины такой формы, чтобы устраивало. Вот, а это такое украшение, его хочется разглядывать. Так, ну что ж, мои дорогие, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Спасибо всем огромное за внимание. Жду ваших комментариев. Но есть у меня и вот такие украшения. Лаконичные, модные, стильные. Это мемори-проволока с памятью. И вот такая подвеска крупная. И вот такой браслет. Это называется «Призрак оперы».
покажу его на руке. Так вот он на руке смотрится. Ну, на этом я заканчиваю. Огромное спасибо всем за внимание. Особенно тем, кто досмотрел до конца. Жду ваших комментариев. Нравится вам, не нравится то, чем я занимаюсь. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Но самое главное, просто огромное спасибо вам всем за то, что смотрите. Потому что для меня это очень важно. Это моя жизнь. Мои украшения, декор, то, что я делаю из цемента. Спасибо вам огромное, мои дорогие. Спасибо.